крысы повсюду. И на пороге! Спина совсем разболелась. Я слыхал, что там творится под городом. Кажется, это не просто маленькие. Накажи меня, мамуля. Я очень, очень плохо себя вел. Стой! Не трогай меня. Нога болит. Генерал, в чем дело? Мамуля тебя сильно ударила? Не смей так говорить о моей матери, ты мелкая сучка! А ну иди сюда! Что здесь происходит, генерал? Ну все. Бери свой черный налог и вон из моего дома. Тронешь ее еще раз, и я тебе яйца отрежу.
повторять не буду. Ты, вонючая крыса, я тебя убью. С девушками надо быть нежнее. Ты еще На это ушло много времени, но я их починил. Пусть хоть что-то будет по-старому. Железный тиран убивает нас! Это лишь начало! Настоящие, но оборот. Так давайте.
Город задыхается. Благородные дома должны что-то сделать. Что именно? Что-то благородное. Полагается. Боги на пороге. Такое случается в твоих светских книжонках. Опасно нынче на улицах. Читал газету? Говорят, выбраковка скота сильно помогла. Помогла ограбить скотину, это точно. А мрак был, так и остался. Я читать не умею, но дерьмом воняет от самого Дейпорта. От этих новых светильников у меня башка болит. Зато мы будем помирать от голода при хорошем освещении. Нельзя есть воронов. Почему? К беде. Эта беда весьма ничего себе, если ее пожарить на костре. Якорь закрыл лавку ни с того, ни с сего. Хлеб у него был черствый, все же хлеб. А ты не в курсе? Его повесили, как якобы причастного к делам Азарёна. А по мне, ты к мзду не заплатил. Естественно, что этот смутьян пообещает излечить мрак. Наврет стрекорбу и не поморщится. Будет ему лекарство от мрака. Петля на шее предательской.
Рад снова видеть тебя. Металлический человек не может говорить. Один из этих ублюдков сбежал с голосовым устройством, представляешь? Я нанял Чернорукова, чтобы вернуть аппарат. Но придурок попался страже. Вот что значит нанимать любителей. Несомненно. Поэтому я счел нужным нанять тебя, настоящего вора. С твоим талантом ты без труда доберешься до Чернорукова в тюрьме и украдешь голосовой аппарат. Наконец-то кто-то понимает значимость моей работы. Вор-неудачник находится под арестом. Ищи голосовой аппарат в башнях стражи и возле виселиц. Куда он ее спрятал? Ее тут нет. Нет. Что ты делаешь? Гаррет, книга, которую ты для меня нашел, она пропала. Где Басса? Его утащил ловец воров вместе с кое-кем из моих озаренных. Он забрал ее. Подумал, что барон это сделает. Ты говоришь, что моего друга избили и арестовали из-за той книги. Что в ней такого? Она полна давно забытых секретов. Но я считаю, что в ней сокрыт ключ к спасению города, спасению всех нас от этого мрака. Но я знаю, что барон не использует ее во благо. И теперь она у него. Осознал, что эта книга очень важна. Счастье для тебя, она еще здесь. Басса не дурак. Книга. Еще чтиво похоже. Куда они утащили Басса? В крепость, но ее охраняют. Просто в дверь не войти. Это хорошо. Не люблю мире. Это невозможно. Однако, есть один вариант. Продолжай. Он свой, предан делу. Хотел убить барона ударом в сердце, и поэтому долго изучал крепость. Он знает, как туда попасть. Как мне найти этого Джейкоба? Увы, барон посадил его в Грейстоун в назидание всем, кто решит восстать против него. Его пытают. Но он жив. Скупщика, а потом вытащу твоих озаренных. Мы с тобой во многом схожи, Гаррет. Ты несешь перемены. Когда-нибудь люди скажут тебе спасибо. Ты плохо знаешь людей, Арио. Thank you.
Посмотрим, знает ли что-нибудь этот Джейкоб. Его можно найти на Грейстоунской площади. У меня есть товар для темных дел. Всегда рад вас видеть. Так она и сказала. Крепость падет нынче ночью. Представляешь? Опять бредни озаренных, наверное. Крепость защищена лучше, чем мы. Вот именно. И половина стражи дежурит на крепостной стене. И все же... Баланда или голодать? Эй, я видел, как зазывала у Риверса. Низенького толстячка с фальшивыми усами. Они фальшивые? Короче, он приглашал меня заглянуть и узнать свою судьбу. Я ответил, что давно увидел ее на дне кружки. Знаешь, что нас ждет в будущем, Хорли? Еще порция. Слышал, вчера было столько шума в Бурике. Сам генерал туда заявился. Билла, наконец, прижали за этот дренуэль, да? Кому-то отрубит пальцы. Нет, он пришел арестовывать перекупщика. Гасса или как там его. Скоро беднягу повесят. В этом бизнесе умираешь молодым, и никто о тебе не пишет песен. Товары для воров по грабительским ценам. Я совсем замерз. Thank you.
слышу голоса во тьме. Я слышу крики воронов. И что они кричат? Что кричат вороны? Они несут послание Ориона, поют славу и кричат в предвкушении священного огня, что поглотит город. Что теперь делать? Машины барона будут уничтожены. Когда дым развеется, придет новый рассвет. Наконец-то мы вздохнем свободно, когда сядет пепел. Свежая пища и вода для всех. И вера в лучшее будущее. Но сначала покажем, что достойны его. Объединяйтесь, друзья. Свергните гнёт технологов. Плюйте им под ноги. Мы покажем железному тирану силу озаренных. Как хочется есть. Или голодать. Тяжелый выбор. Каждую ночь одни и те же кошмары.